как двуручка воет. Как двуручка, массив, двуручка. То есть так. Чтобы стал, накрылся, короче, не двигаешься, понял? Блин, ты чё не вредишь? Так. Типа, зачем? В смысле, тебя не было чё? Нет, конечно. Ты чё? Ты меня с кем-то путаешь? Алло. Ладно, окей. Всё, тихо. Ты чё, Хан, ты исчезнешь? Мне казалось, что ты была вчера. Ну ладно. Значит, я опознал. Хантовка, ну ля. Слышь, я богатый буду. Клёво. Да-да. Если бы это так только решалось бы, конечно. Я бы почёще-то забывался. Чё, вчера убили кого-нибудь, Вок? Всех. Не пизди. Видео смотри на ютубе. Вы всех не могли убить? Могли. Давай, если вы не убили, то ты мне 2 миллиона ты долларов. Ты их недооценил. Всех двух боссов мы убили. Спорим? Понятно, ебать. Только что сказал всех. Всех двух это значит 4, блядь, а не двух. Да это по как ПС, ты не парься, это как ПСХМ. Ко всем. Понятно. Кто убивает этого, блядь? Асгарда, да? Третьего босса? Да. Сейчас уже никто. Типа по ихней тактике не работает. Почему раздавай? Ну, я раздавайки писал, гварда убили на том КД. Да все уже убили, мы туда даже не ходим, я уже говорила. Все, блядь, асгарды и гварды, все. Все, потому что белая стая там на грани уже, чтобы убить. Кого убить? А три гильдии, да, а три гильдии это уже много, это уже... Это уже много. Они ж не убивают. Но а они... ты в курсе, что гварды убили багом? Им за это ничего не сделали. А сейчас после бага. Ну, а во второй раз они убили нормально. Где доказательство, что они убили нормально? Потому что уже были фиксы на той неделе. Может, поэтому и были фиксы, потому что у этих чертей луч не появлялся. Не смущайся. Ну, он и у асгардов также не появлял. Об этом было известно, они это пофиксили. Во второй раз они уже убили нормально. И банан. Не прилетел никому? А ты хочешь, кто-то там говорил за корабли, за баня, то, что прыгаешь, блядь, босса убили, ты похуй. Чё там, вага в Диссе, нет? Санвелы вообще туда не ходят. Джасты Назары, по-моему, тоже только на два босса ходят. Санвелы. Белая стая, ну там, почти убивают, но... Не знаю, меня робот вообще разочаровал, хуйня не бот. Еще и лагает на нем, бля. Санвелы ходят, они точно так же двух боссов фармят. Ну, мейн статиком. Фридена, Гвардианса Фридена. Я общался с боссом, он говорит, мы на Соляру ни разу еще даже не ходили. Я думаю, на этой неделе сходить посмотреть, но все равно не хочет. Это жесткий босс очень. Чем он сложнее, Ярос? Порядочно. Ну, можно было. Когда не знали тактику, он был жесткий. А когда знаешь тактику, по-моему, изичный должен. А там как вот с этой херней, как вот эту контрить, когда он подкидывает? Это какая тактика на эту? Ловить просто или прист, левитация ловит, ну, или маг, да. Легкий перышко. Делаешь, да? Ну да, человек при приземлении шотается. Я понял. Я думал, может какую-то новую придумали, блядь, сбега. Нет. Все, пора пулять там. В смысле сбегаться? Чем? Мы же раньше сбегались, блядь, на траях. Ты не помнишь, чтоб не взлетал, блядь? Типа, если там... Там по взлетке идиотская механика.
Там 183 или 4 человека, я не помню точно, подбегает к метке, она не взлетает. Но вешается дебаф, было так раньше. Бить фул, можно бить босса уже. Нет, мальчики, не работает мышка, это не работает. Ну ты выдернул и вставил? Да. Она у других какая? Вообще работает. Может, батарейка села? Ну, игру сворачиваю, все нормально работает. Ну ты, именно, блин, в игре... закрой Warcraft просто, блядь. Уже попробовала. Сейчас трэш. А ты в оконном режиме играешь или в каком? Фу, дайте на меня. Я уже попробовала. Просто это важная мышка для игры. Ладно. Браска, кулаки, бах. А с другой мышкой все работает. Сломала мышку. Моя старушка. Там, может, просто баг какой-то. Да что-то ты рано выписал, ей кошка. Да это попьет за 2 минуты, да, шучу. 2 минуты осталось. Я уже еще кусочек. Нет, неправильно. Правильно. Неправильно. Я с коватом потанчу, ты еще с тем похилишь. Ну, это пать получается, как на синдру ему. А он нямка есть. Погибни! Погибни! Курсовали, да, что ты, блядь, так делаешь? Вагабунт. Тут сцепал, что он бежит на месте. Так, поднимите меня, пожалуйста. Чё там, нямки? Кирсу, а-ля, стрелам? Ну, а-ля, чел.
продаем какой-то шмот. Люди, которые сидят на замене, никуда не будут выходить. Никуда не будут заходить, да? Зачем они на замене? Они обязательно будут заходить, потому что некоторых людей вам менять будет. А что, без Лема пойдем? Отдуваемся. Паладин, который кулаки бафает, чат прочитает? Ну ты ж бафаешь. 4 паладина. Может, баф все бафы. Ну что ты бафаешь? Я вообще ничего не бафаю, понимаешь? Ну вот бафы кулаки, блять. Смотри, на шамане должен быть кулак, каска и МП5. Кстати, что я ему должен бафать? Кулак. Когда у вас 3 паладина бафнуло. Ладно, можно немножко вас попросить? Сейчас скажу, так, я поставил рыбу, бафуйте себя. Ваниль, ты чё бафаешь? Я ничего не бафаю. Каски баф. По каске же бафаю. Кулаки бафы. Кават бафы. Вульфсон. Кават уже бафнул катки. Ну вот перебафывайте, значит. Да нахуя, блядь? Работай. Нехуй делать. Блядь, посиди в муте. Все 4 бафа, давайте, у вас 4 паладинки. Кто-нибудь смотрит. 6 хилов, 5-я пати, еду цинь. Кават, хочешь на боссе или постоишь? Там мало какого-то. Я тогда от босса потанчу. Все, я штерюб сейчас. Знаешь, флитом пати я покидаю. А самое главное, а там не надо, я форму меняю, можешь вообще не париться. Самое главное, саппорт на этого босса все выпейте. Этого босса. Профаун тоже нужен после него, будете? Да, там или все чай? Боссы, все 4 босса сопрот нужен. Джайн, да. Чек на пол. Кто первый на боссе? Ты? Подожди. Бага, ты здесь? Бага. Интернет пропал, сейчас зайду. Скажите, если будете полить, я музыку включаю. Скажешь, как тебя все-таки будет? Все, схожу. Да ее отчет по концу отчету бежим. Погоди, дай поем. Что ждем? 3 секунды. Давай еще раз пускай отчет. Все, готов. Побежали. На пулвай, да? Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Трепещите, смертные! Ибо ждем, смотрите. Слева падает. Первый пошел. За первый пункт начисляем. Справа. Разбили метки. Быстро разбили. Эрт.
бежали осужденка. Тяжко будет. Беги, малышка, беги! Энджи, после притяжки поднимешь чак. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Теперь бессильно! Мечта. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Вынес. Метки быстро прокил. Справа, в центре. Слева. Слева. Распили, распили, распили. Притяжка будет. Танка поднять захочется. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает... Наверное, по мне. Теперь почувствуйте всю мощь... Бла-бла, сдать. Вторая фаза, Геру дали, сейчас РПГ могут еще чуть-чуть подальше двигаться. Погибни! Трепещите, смертные! Нелики спрятались. Как в рейде. Теперь бессильно! Чел, пойдем. Удел смертных! Идите вы от меня. Я думаю, что нужно ходить. Эхо в центр, да? Падайте, вы уже бесполезны. Пиздец, как чувствуется, что Сопрот пошли в селе. Сопроты, чё? Чекайте Сопроты. Просто на япончика не засейвил никто, он, блядь, встал после, блядь, ребута, и он, в смысле, после смерти, блядь, его ничего не дали ему, он сдох просто, и все. Метки, блядь. Я сдох, потому что я далеко стоял. Меня тянуло, я не убегаю. ПЦ, я не убегаю, у меня нет... У всех ли они есть? По три, типа, либо... Не достать. Не. Не, Леонид. Дальше смотрите такую тему. Если вы забыли, вдруг на боссе, на второй фазе, стаки каждые 6 секунд происходят. Из центра босса происходит взрыв такой магический, магическая вспышка мага. Тайной магии. Она, каждая вспышка увеличивает входящий урон на 20%. Зачем захотели боссы? Прикольно. 5 стаков — это увеличенный урон магический на 100%.
чеков аура. И логово сейчас зайду. Ага. Аура, которая тикает здесь, 4500 от льда. 6000. Дайте кей. Диван, кто там, кого отдайте. Кидать оп, там что ли, кого-то пало. На хилов. Слышно, нет? И чё она? Там салпы всех там, блин. Слышно, нет, Дисси? Да, тебя слышно. Ну так вы слушайте, я вам объясняю, почему вы вайпите. Блять, глыбы кидаются каждые 30 секунд. За каждой глыбой надо скидывать стаки. Абсолютно всем. Если вы на это положите хуй и не скинете за первые глыбы стаки, то когда прилетит вторая глыба, на вас будет 5-6 стаков. И вас ваншотнет, если вас будут так не дохиливать, как сейчас хилы играют. Освобожденка они там или нет. Если вы эту хуйню. Ты видел, что с первой глыбой произошло? И не понимаете, это хуево. Что с ней произошло? Там всех уебало хвостом, всех да. Выкинуло из-за глыбы. Это непредсказуемо. А вот то, что Ваниль, блядь, не выпил запрот и сейчас спулил босса, вот это предсказуемо. Плюс кто-то хлопал. Это основная проблема. У кого есть рекаунт, посмотрите, в нем урон союзник. Ну, от РДДшников чехов 200 тысяч. 12 по мгновенной, 10 по далеку, 10 по фарада. Просто отец по себе хлопал. Первый пол услышали, я не мечтаю. Там есть кто-нибудь, кто может заменить на 5 минут не отойти нам? Да. Оставь его. Минут, пустите меня шаманом вам. О! А чё, давайте, может... А ты что, в вечерний друидом будешь ходить? Нет. Тебе вечером Джайну хилить. Какой шаман? Нямка тут? У нас есть нямка, мы сейчас нямку просто в рейд засунем. Нямку сумоните. А хвостом был какой-то сидит. Каком метка была? Напало денег. Нямку в хиле будешь. Вот метку тогда их поставили, тебе просто босса надо было чуть-чуть левее поставить. Так, ставлю рыбу. Можно поставить. Абсолютно. В любую сторону. То была же. Ну, кое-кто не поел. Она стоит. Это ты поставил. Эту слева я поставил. Если кому непонятно, то в звездочку первая метка несется, а кружочек это центральная метка. Лучше по-хорошему ты хлопайте в ладоши вы. Но ты не снял, потому что, блядь, они их уярят. Я смотрю, у меня еще, блядь, 3 секунды, они ебашат, даже не стопают. Метки будет бить только Враска, это Влага и Элрей. Остальные... И смотрите, метку сливайте так, чтобы скинуть стайки успели, то есть не зервите. Остальные не бейте метку. Крайний чек на готовность. Проня, чего тебе не хватает? Дайте ему каску. Все, каску тебе дали. Спускай босс. Бой. Вынесли.
скоро притяжка. Чих, мы тебя поняли. Не поднимать этого персонажа. По центру чуть-чуть правее падает. Кажется ли метр больше? Справа. Кажется. Слева. Последняя. Последняя падает, пацан. Бухарест. Кто разбил цену? Есть. Вар разбил. Трепещите, смертные! Ждем. Энджи, отдай бэшку Луциню. Забафайте. Быстро. Скоро притяжка. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смерть! Блять, у меня ты 5 не работает. Перепоем, переодевайся. Вынесли метки. Центр левее чуть-чуть. Далеко. Ну, уже почти. Центр. Вроде центр на лестнице. Центр чуть ближе. Близко, чуть левее центра. Отдыхает. Быстрее. Притяжка. Заметно смотрим. Никто не уцелеет. Справа далеко. Справа очень близко. Чуть.
РДД с хилами чуть-чуть назад отойдите. Ромбик прям отойдите. Все, 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 все. Лево. Милики пошли разбивать. Сбрасываем стаки. Сбивайте. Отойди. Янка влево. Центр ванили. Захиляйте его. Дайте кого-то сбросить. Сбрасывай. Все. Хорошо разбили. Быстро. Undead Worm влево. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Следующую метку в центр и не трогаем. Ждем притяжки. На мне. Дай себе зубы там всякие. Ждем притяжки. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете? Разбивайте. Давай. Прохил, прохил, прохил танков. Маск в центр. Им на хп отдаю. Сбрасываем. Я могу встать, не вставать. Лево вниз. Рада. Нямка, вставай по ССу. Я на все прохил. Ваниэль в центр. Дерево бы еще отошло бы от него. Разбейте меня. Похил ковар. Выносите уже метки так, на пофиг. Чисто добивайте босса. Просто влево-вправо выносите. Удел смертных! Метка из центра. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалка... Погибни! Теперь бессильно! Наконец-то! Слово. Какой-то пот прям! Ничего не пот, просто, блядь, некоторые стаки не скидывают. Пиздец, освобожденка по КД висит, просто, блядь, не снимает. Да ладно. У меня 5 освобожденок подряд было. Блядь, у меня примерно так же. Вот я не знаю, я реально на хиле каждый ловил. Это бред. Че лут такое говно, кто мне скажет? Клык. Где ты клык видишь? Тут есть прошлый. Я сразу же скажу, что Чехов у нас уходит на замену. Абсолютно точно. Будапешт уходит на замену. Эдвенс уходит на замену. Редвар пришел. Редвар в рейд. Алиастра в рейд. Кирс, если ты здесь и ты меня слышишь, то ты нам нужен. Ты сейчас заходишь. Ты вместе с нами на Джайна пойдешь. Что ли сагрили?
Слушай, Будапешт надо оставить на профа Ильича, на Джайну можно поменять. Хорошо. На профа Ильича? Да, а на Джайну поменяем. Делать фоллоу. Так, колечко на хила, кто это? Байда, это третий спек. Мгновенное, это какой спек? Мгновенный третий, Луцинь. Мгновенный второй, почему третий? Я пока хилю второй спек, мгновенный. Что мгновенное? Где раскать ячейка? Чё, остается только пятая пати хилыш, да? Да. Да. Не обратно спекаешься. Вылема. У нас ещё Лусин в дереве. Сейчас весело будет. А проф полегче, чем синдром. Проф-то говно вообще полно. Знаешь, нас ну, до нерфа с опротами иногда там почти шотало в углу. Сейчас будет еще веселее. Но там не будет стаков на хилах. Много шотнули. У кого не было профы, не намного их шот. Он сейчас сколько дает? 75? Это смерть. За что чехлы-то дали? Там Дарки спросит лутера, а там походу осколок валяется. А дыхание осталось. Я же говорил, первый пул без ГП, убийственный пул. Тоже... Так, второй пул был, ему говорили 5 раз, что не выходить по дыханию. Он выходил 5 по дыханию. Еще раз объясняю. Первый пул без ГП, убийственный пул тоже без ГП. А я хоть что знал, Вага? Он у меня сам ГП попросил. А? Не, если сам, то все без проблем. А что, нет людей по вашему честных в рейде? Сами слакают, просят ГП. Есть как какие-либо? Проф пьете, Вага? Две метки поставлю, поймешь. А что это, куда ты? Что закидал его рейстом меня? Не убили, комбо тусит. Есть мухи дохлые, нет? Во, красавчик. Мне сейчас интересно, как я буду анонсить, если у меня тут сосед охуенно проснулся, начал стену. Что только анонсить, только стопнуть, по-моему, надо проанонсить и все. Да. А мне не шумит ничего? Да, все очень хорошо, Вой. Вой, так кто тебе говорил, что у тебя шумит? Не знаю. У меня комп шумит, наверное. Он когда в прошлый раз отключал по кнопке, его очень... У меня все ништяк было, я не знаю почему. Да, это отключишь ему подавление и увидишь. Ну, я, короче, 4-4. Потуковато вот голос, как будто он бежал сейчас из-за вот микрофона, блядь. Че, адванс остается в рейде, да? А шума подавление стоит ковато или нет? Нет. Чего? Че адванс? Че ты там? Тебя фон что-то сильный какой-то на фоне. Меняешь кого-то. Все поменял уже, что надо. Потому что у меня музыка приоритет, чем вы. Да. Адванс в рейде, да?
С рейди, да. А, это смачивание, а ты... А ну не пуляйте пока. Полин, ты здесь? Да. А давай вниз спустимся. Не спускайся с ним, Полин. Бля, закиньте ханту. Почему хант с РТДшниками вообще? Да, у миликов есть хант, потому что... Так, даю, ребят, чек на баф. Каску локом. Вне метки видишь? Да, вижу. На что-нибудь тебе это намекает? Ладно, все понятно. Это метки для перифаза. Я понял. Только для перифаза, понимаешь? Кто вообще не был на этом боссе, не знает, что делать. Хэйми. Но я с вами первый раз. Хорошо. Зеленая колба вешается в треугольник, встаешь, красная в крестик и начинаешь бить красного. Это на переходке, когда два слизня. Дальше все как обычки. В центр отлетать, не забыл сказать. Так, кому там каску еще надо? Пристан, пристан. По фантам каску. Стабаф на всех есть. По танкам, кто где. Так, а приз, хоть куда-нибудь влево, вправо там. А кто каски дает? Аркес. Влево, вправо. Аркес. В последней фазе дай СС по полипаладину. Уже дали. Один. Говорю просто в последней фазе. Вакс, сними с меня метку эту ебучую. Ладно. Пожалуйста, где? Все, спасибо. Подожди меня, блять, это, на диван. Я ж не буду давать диван, правильно? Если ты скажешь, то мне. Вначале диван отдает Вульф. Потом я мы убиваем буду босса. Я вообще буду давать или нет, у меня нет регов. Мне надо точно знать. Купи у Дживса. Кто знает, что может случиться. Скорее всего, давать будет вторым диван, если одного не хватит. Это будет мне. Если он, конечно, не умрет где-то случайно. Я готов. Бля, ну ради этого сдохну тогда. Если все готовы, последний чек вам дают. Ну танчат. Второй танк Войд, да? Коват на боссе у Сеньку. Чего не хватает? Теперь всего. Нам. Им нужно сказать, что танчить просто. А он просто не может мне сказать, где он хочет. Сова, ты танчишь босса, давай. А Луцини у нас пока что прыгнет. Все, даю отчет. Зачем Будапешт убрали на замену? Я же говорю, надо проф или чай ему оставить. Для доступа, да. Ход эти. А вместо него я отбанцем сам. Стопать. Я жду. Мы вообще ждем. Я приеду. Давайте с тобой. Вообще никто БР не отдает. Я финиширую.
Я сейчас сдох. Алло. Каст от катаракта. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? РДД в кучу собрались. Нет, никакие БРы не тратятся. Что, диспель чушку? Да, диспель чушку. Энджи, ты, наверное, не вставай пока. Стой, ты на месте, куда ты бежишь? Луцин, зачем БР дал? Я все равно не смогу его дать. Я же в кукле, а потом танчу. Там вместо кого будто пешка закинуть? Не надо его закидывать. Ивенс тогда оставляем пройти. Мне очень интересно, а почему мы разбегаемся от чумы? Почему мы под ней не сбегаемся? Смотрите, падает лужа, мы ее обходим, но обходит ее кто как. У вас же даже меточки есть для РТТ, для медиков. Да. Я охренел, когда у меня чушка на столько осталась. Был очень прямо. А меня, знаете, всех больше интересует, что делал вообще воин, нахуй, под боссом. Причем РДД, блин.
Войд, парируй. Его откинуло после первого встречи. Два раза ты чем-то на нем стоял, хуёво. Это нет. Ты затопат там. Че, фрата не хватает? Ну типа слизняки прям пиздец долго живут. Слизняки живут долго, потому что у нас милики подохли. Я говорил их не резать. Поэтому мы очень... Ну, потому что бежали к Вейду, блядь, который возле пропуска туда поймал. Можно еще попросить на зеленом отлетать в зал? А не как конь поссал. Отлетает в стенку, только и цель зеленого. РДД, встаньте в кучу. Войд, подойди к нам. Все готовы? Даю отчет на пол. Я залагал. Это кто? Еще раз не услышал. Кто это? Отлагал. Клямка прилетает слева. 87. Стоп. Я в этого не плюю. Ну, говорю, сбежались. Адвенс, блядь. Отлетаем в стену. Следующий отлетаем в центр пола. Похил. Добейте слизни. Жались по мне. Что-то любопытное. А, у нас два красных. У нас два красных. Падайте. Падайте, падайте. Классно. Здесь пальте. Спасибо. А что за хуйня? Почему два красных? Я же говорю красных. Реально уже можно разозлиться. Говорю, два красных выходит, а вы, блядь, переводите. Зачем? Я говорю, красный выходит, вы не слышали? Что-то я не вы переводите на фазу. Что? Это еще откуда? О, как неожиданно. Игорь, вставай. У меня на БАМе ни одной ходы. И щитов тоже нет. Вы вешаете ходки, щиточки. Япончик, ты же знаешь, что щит дает мне много раги? Я по КД кидаю, не надо говорить. Мгновенно кидаю по КД на тебя, иди сюда. Ну давай я видео вот сейчас запишу, покажу тебе. Смотри. Я же в дебафах все показывает. Ну, в я кидаю, совсем. Мгновенно кидаю, отлично, не знаю. Где я кидаю. Ну мне не хватало, в общем, раги, поэтому я не плюнул.